Привет всем любителям техники. Сегодня покажу, как установить на Android телевизор приложение с флешки. Итак, приложение мы записали на флешку, установили ее в телевизор. Видим, телевизор увидел ее и предлагает нам разные варианты. Выбираем просмотреть содержимое. Открылась наша флешка, и видим, что телевизор видит только папку с фильмами, а приложение, которое нужно установить, он не видит. Что нужно сделать для этого? Идем в Player Market телевизора, в приложение, и ищем файл менеджер Explorer. Я немножко неправильно начал вводить, но все равно он сразу его нашел. Explorer. Это приложение мы устанавливаем на ваш телевизор. Соглашаемся со всем, что предлагает. Идет установка приложения. Нажимаем «Открыть». Приложение запускается. Соглашаемся с вопросом разрешения доступа. И видим нашу флешку USB-накопитель, зайдя в которую, мы видим не только папку с фильмами, но и приложение, которое нужно нам установить. Так что, друзья, надеюсь, это видео было полезным для вас. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего.